Так, ребята, такой вот кайсометр для тех, кто руками делает, своими руками. Значит, мысли вслух. Почему я сделал такую конструкцию? Видите, измерительная головка, будем так ее называть, ну не головка, а часть, которая меряет КСВ, да, она у нас теперь вынесена. Вынесена и объединена, ну, то есть вот она выглядит так вот, такой блочок. В середине это D18 диоды, SMD монтаж. Все такое мелкое, маленькое, но слава богу работает. Я очень доволен, как оно работает. Вот. Можно переходники на него ставить сразу. Подключать, допустим, можно сразу вкручивать станции типа БАО. Вкрутил себе антенку и на выносную головку смотришь. Вот. Значит, мысль вслух в чем заключается? Как-то я тут одну пробовал конструкцию и хотел заменить диоды D18, в связи с тем, что они все-таки большие, размеры у них большие. И посоветовал мне Серега заменить их на диоды, что они там называются. Короче, диоды, дай бог памяти найти бы их еще. А, вот. Значит, BAT41, BAT43N. Это вот такое маленькое синее говно, которое, ребята, ни в коем случае не покупайте. Ставьте КСВ-метры, если делаете, да? Если их делаете, делайте только на D18. Потому что я мучился с этими батами. Вроде КСВ единичку мне там показывало на 50 омах. А все, что дальше я пытался калибровать, шкала... Стрелка в конец шкалы уходила, там просто печаль печальная была. В общем, пришлось мне все переделывать. Вот в результате остановился я. Плюс чувствительность у них никакая. Вот D18 самый лучший вариант. Такая маленькая выносная голова. Все это здесь фиксируется. То есть надо померить КСВ. Подключил. Откалибровал. Дальше видео, в этом видео будет тесты этого КСВ-метра. Что могу сказать? Очень доволен и, скорее всего, буду еще один такой делать. Только уже под N-тип. То есть здесь будет такой на выходе разъемчик. Вот. Так очень доволен, что победил я его, потому что немножко я расстроился, думал, как бы что не работает. Вроде не первый КСВ-метр делаю. Вот такой вариант всем советую, ребята. С выносной этой приблудой работает шикарно. Так, нагружаем на резистор 50 Ом. Такой вот у меня используется, я показывал. SMD-шный резистор. Кратковременно можно в этой схеме. Вот такой вот. Вот. Постараюсь сейчас увеличить, чтобы 50 Ом видно было. Так, та-та-та-та-та-та-та-та. Видите, да, 510. Это 50 Ом. 50 Ом. Сейчас мы будем таким образом калибровать. Значит, смотрим. Прямая. Отстраиваем. Частота 433-505. 505. Оставляем 505. Калибруем, значит, нажимаем, выводим стрелку на 100, вывели отраженка, все, могу ближе показать, то есть на 430 у нас отклоняется одно деление. Это говорит о том, что это просто великолепно. Так, меняем частоту на 145.0. Сколько там? 145.025. Проделываем ту же самую процедуру. Выставляем, нажимаем.
Тут будет еще веселее. Итак, нажимаем, и она, вот мы нажимаем, стрелка не отклоняется, как и должно быть, единичка, так-то оно на антенне будет отклоняться чуть-чуть, если будет настроено. Ну и дальше сейчас будем настраивать. Так, вот я 75 Ом подцепил, смотрим. Прямая на 430. Отраженка 25. На двойке должно быть чуть меньше. Ну, как бы это нормально. Это КСВ полторы. Полтора. Вот, почти 20, двадцаточка. Это 75 Ом. Сейчас будем цеплять сопротивление, чтобы двойку увидеть. Это у нас 100 Ом резистор надо ставить. Сейчас будем ставить. Так, стоит 100 Ом. Нагрузка 145-500. Смотрим. 30. Тридцаточка. Так, переключаем на 433-500. Калибруем. Смотрим. 35. Как и должно быть. 35 это делений. Это КСВ-2. Так, ну что, поставил резистор 100-150 Ом. Это у нас КСВ-3 должно быть. Уже откалибровал. Все, смотрим, сколько здесь у нас. Ну, получается 55. 55. На двоечке калибруем. Обратно. Сейчас. По идее 50. Ну, да, почти 50. То есть даже меньше. 49. То есть вот так вот он калибруется.